Не только создать энергию из ветра, но и сделать комплектующие для ветроустановок. Полный цикл производства совсем скоро будет доступен в Ульяновске. Речь идет о создании завода датской компании «Вестас» по производству лопастей для ветроустановок. Накануне прошла церемония закладки капсулы времени «Фундамент будущего завода». Вместе с губернатором Сергеем Морозовым на встрече присутствовали представители компании и совместного фонда «Фортум» и «Роснано». Начать строительство удалось благодаря специальному инвестиционному контракту между Федеральным министерством промышленности, региональным правительством и датской компанией, лидером по производству ветроустановок. Но самая главная и сложная задача этого проекта в любом случае это сконцентрировать и локализовать на территории региона компетенции, связанные с созданием ветроустановок, разработкой и производством их компонентов. Благодаря подписанному на сочинском форуме специнвестконтракту мы смогли запустить процесс подготовки локализации и сегодня, как я уже сказал, делаем очень важный шаг в этом направлении. Лопасти для турбин ветроустановок не имеют аналогов в России. Установленная мощность оборудования составит 3,6 мегаватт. По плану объем выпуска продукции составит 300 лопастей в год. Мы ввозим заготовки лопастей, импортируем их в Россию. Здесь мы проводим доработку. И параллельно мы вот занимаемся, собственно говоря, наладкой оборудования и запуском производства. Специнвестконтракт как раз нам помогает параллельно делать две вещи. И работать над строительством первого проекта для нашего заказчика ФРВ «Ветропарки», фонд развития в Ульяновске 50 мегаватт. И заниматься поднятием производства. Датская компания выбрана в качестве партнера фонда развития ветроэнергетики финской компании «Фортум» и «Роснано» и будет поставлять лопасти для возводимых ими ветропарков, в том числе и для Ульяновского. Например, «Вестас» уже приступили к комплексной поставке компонентов на строительную площадку второго ветропарка, мощность которого составит 50 мегаватт. Объем инвестиций в создание нового завода составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Будет создано свыше 200 новых рабочих мест. Кстати, подготовка кадров уже ведется на площадке наноцентра, где создан учебный центр компании. Промышленная площадка разместится в новом городе на территории авиационного кластера, в соседях заводы «Авиастар СП» и «Аэрокомпозит». Пока на выделенной площадке ведутся подготовительные работы, но уже в ближайшее время начнется реконструкция корпуса, чтобы уже к началу 2019-го ввести завод в эксплуатацию. Дарья Сударева, Александр Кудряшов, новости «Ульяновской правды».